Всем привет, с вами Эдгар, и вы на канале Мысля Геймица. Мы играем в зомби по сетевухе. Тут 4 персонажа. Мне больше всего прикалывает чувак в кепочке. Call of Duty. Версия зомби. Тебе плохо, или что? Так, я тут уже попал, и сходу тут уже зомбиков целая куча. А мне нужно успеть сначала взять для каждой работы пистолетик отличный. Моя работа делать людям больно. Мне больше всего нравится вот этот пистолет, когда начинаешь играть, потому что он стреляет быстро очередью. Тут вот на стенах есть и автоматы, всякие пулеметы, но они мне не очень нравятся. У них перезарядка очень медленная, получается, я теряю время, тем самым быстро умираю. А вот с пистолета, получается, быстрая идет стрельба. Вот, как вы видите, вот так вот, раз. Но мне нравится. Все быстренько. Вот, смотреть, с той стороны тоже могут идти зомбики. Также мы чиним вот эти окна. И при починке мы получаем бонусы. Бонусы идут не только мне. Бонусы идут всей команде. За счет этих бонусов мы можем открывать вот эти ворота. Сейчас я вот вырублю тут. Получается, бонусы мы получаем как за уничтожение зомби. Так вот подходим. Давайте-ка вырубим сначала. Так и получается вот за сборку. Максимум патронов. Это когда у меня не тратится время на перезарядку, а я просто бесперерывно стреляю. И вот, все. Получается, видите, ворота открылись. Теперь нам доступно. Ворота тут открываются только за счет того, что мы набираем всей командой очки. Так. Игра окончена. Раундов пережито 4. Почему-то игра закончилась быстро, я что-то не понял. Может, такие настройки сделаны. Я набрал тут 1480 очков. Мне для повышения моего ранга требуется сейчас, получается, 12 тысяч очков. Я там 1000 уже имею, и плюс еще вот эти. Так, 11500 мне, в общем, надо осталось. Раунда 4. А, ранг 3 у меня получается. И мне тут нужно ждать 41 секунду, пока набираются игроки. Ну, на данный момент тут игроки уже известные. В этой игре я играю вот за этого чувака. Есть также GG Hero, RN за девушку и Faisal. И, кстати, тут многие игроки играют... Вот смотрите, у чуваков 3-й ранг, 6-й ранг. У меня пока что 3-й, тут самый большой 6-й. А вот они меняются постоянно, видите, перезаходят кто-то в игру. И через 7-6 секунд все те, кто в игре, они появятся, и мы вместе будем играть.
И как я сказал, тут очень много иностранцев. У меня к уху подключены наушники. И я слышу, что они разговаривают. Частенько итальянцы, американцы. А русских почему-то мало. То ли игра новая, то ли не понравилась. Вот этот момент я почему-то не понял. Но приятно, когда кто-то в игре начинает говорить по-русски. Это невозможно. Как-то, знаете, вот на душе встает легче, что ли. Неро, твоя работа? С иностранцами такое ощущение, что ты как будто тут один. Нету поддержки. Как услышишь русского человека там. Ну, не только русского, а просто... человек, который из СССР говорит по-русски. Сразу хорошо. О, боярский. Надо окошко вот это запечатать. Тут бывают новенькие, которые не понимают, что делать, как бы бегают. Вся приколюха, чтобы вместе... наработать и вот открывать вот эти ворота. Некоторые вот могут, не некоторые, а вот по желанию, если подойти к этому огоньку, то можно превращаться в зомбиков. Ну, таких вот монстров. Так вот, бросим гранату. На этом можно опускать занавес. Гранаты тут тоже ограничены. Одна-две штучки и заканчиваются. Мгновенная смерть. Тут постоянно нужно быть на шухере. Потому что они вот из таких вот дверей вылазят, эти зомби. И потихонечку, по мере вот этого... через какое-то время они начинают ускоряться. Здесь еще, кстати, можно поиграть. Получить вот такую вот фишку. Здравствуй, оружие. Автоматическая активация вооружения. На какое-то время мне выпала автоматическая стрельба. Вот только нету... не в кого стрелять, вот что. Где все зомби? Так, нужно попробовать открыть дверь. Нет, нельзя. Не набрали достаточное количество очков. Тут нужно их набрать. Давайте тогда починим пока. Зомби нету. Займемся делом. Ремонтные работы проводятся мной. Вот. Нашлись. Нашлись те самые зомби. Так, попробуем еще раз. Ты хочешь еще? Цена 1000. Чтобы открыть, нам нужна 1000. Штуки у меня нету. Вот это я вот не пойму, что такое. Максимум патронов. А где зомби-то, а? Максимум патронов. Я так думаю, что я попал в лобби, где поставили на легкое, что ли. Очень мало этих зомби. Так, товарищи, кто хочет мне помочь? О, кто-то из наших завалил. Спасибо. Вот, чуваки помогают. Отлично.
Мне нравится, когда игра идет с поддержкой друг друга. Не просто так вот от балды играют. Эй, шаловливые ручки. Так, нужно оборачиваться, потому что... Мне срочно нужны патроны. Откуда угодно эти уроды могут вылазить. Удвоение очков. Так, зарядим это тут. Это хорошо? Бабах. Патроны. Так, смотрим, где-нибудь еще этих уродов. Что-то приближается. Задницы. Давайте помогу, дружище. Я почти уже решила, что ты один из них. Сделай одолжение. Уберись от меня подальше. Так, народ, где у нас все? Пошлите в вальдеры зомбика. Пока я жив, я буду вас валить. Но, к сожалению, так ползает вообще смешно, бля. А он мои. А, я девушку, смотрите, какие у меня ляжки. Колготочки какие у меня. Смотрите, как я передвигаюсь. Ржачно. Ну чё, всем пока. Было весело поугарать.